Всем приветик, девочки и мальчики. Решила сегодня посолить капусту, посолить на зиму. Ну, я обычно так делаю. Холодильник у меня большой, места много. Я уже как-то солила помидорки. Тоже в таком вот большом ящике я солила. Ну, все прекрасно стоит. Ну, и в том году я тоже так делала, солила в ящике. Все прекрасно сохранилось. Эта капуста похожая на русскую, она не такая, как немецкая. Купила я 2 вилочка. Ну, наверное, здесь точно 5 кг есть. И была немножечко у них там морковка уцененная. В общем, тут, наверное, 3 кг. Я сейчас хочу порезать морковку на машине и порежу эту капусту. И потом к вам вернусь. Решила показать, как я буду резать. Я уже немножечко нарезала. Но это я нарезала просто ножом обычно. Очень сочная капуста. Прям классная. Я забыла сказать. Одна головка у меня получилась 3,30. Не на килограмм продаю, а продаю штучно. Покупала я в турецком. Ну, конечно, очень большие головки. Мне так нравится моя терочка. Очень вкусная капуста получается. Это мне соседка моя дала рецепт. Я в том году посолила, мне понравилось. Ну, я решила в этом году тоже так сделать. Готовила специи. Это у меня обычная крупная соль для закатки. А это у меня укроп. Ну, он такой у меня веточками, да. Желательно, если у вас есть семена укропа, будет очень хорошо. И нужен лавровый лист. В общем, примерно на вот эту вот большую капусту, на одну, где-то надо хотя бы 3 вот таких вот горсточки. Ну, где-то, чтобы понятно было, давайте я вам покажу вот так вот. Примерно это 3 столовых ложки соли крупной. Капуста очень сочная. Моя капуста, конечно, она еще не вся, но примерно вот так вот я буду ее вот так вот обсаливать, да, чуть-чуть так посыпать этой солью. И нужно будет мне просто, ну как, руками просто обминать ее, да, и закладывать сюда в ящик. Ну и потом на свой вкус нужно добавить немножко морковочки, конечно, укроп. Если есть семена, это будет очень хорошо. Лавровый лист. Ну и вот так вот слоями. Больше соли не надо. Потому что сама капуста, она очень сочная. Решила включиться. Ну вот смотрите, как получается. Еще вот столько у меня соли осталось. Капуста должна быть слегка соленая. Не сильно, прям слегка. Вот как вы делаете салат, да, вот так примерно. Ну даже немножечко слабее. Очень много сока. Ну, сейчас я вот буду доделывать до конца. Все это слоями. Ну, примерно вот эта вот соль как раз мне хватит на 1 вилочек. Посмотрите, какая у вас капуста. Если она у вас маленькая, то, конечно, одной горсточки вот так вот хватит. Не надо много. Я добавила черный перец. Ну, и вот моя оставшаяся капуста. Много сока. Ну, это у меня последняя капуста, которую я дорезала. Это 1 вилочек у меня. И это оставшаяся соль. Всю эту соль я сюда высыпаю. Сейчас просто перемешаю. Ну, и точно так же я буду укладывать слоями. Если хотите, просто можете смешать морковку с капустой. Ну, как обычно это делают. Ну, я так сделала.
Ну что, девочки и мальчики, посолила я капусту. Получилось у меня вот столечко. В общем, этот ящик я наполнила, да. Посмотрите, сейчас попробую показать. Капуста очень-очень сочная. Ну, просто поставила вот сюда вот чашку, да. Сейчас накрою просто крышкой и оставлю вот эту капусту до завтра. Ну, здесь тоже она будет такая, потому что она похожая на русскую. Она такая мягенькая, вкусная. А завтра я попробую вот этот вот ящик, ну, распределить вот сюда вот. Потому что немножечко не подходит мне в холодильник именно эта доза. Вот. Ну, в общем, как-то до завтра. А завтра покажу, что получается, и отправлю это все в холодильник. Всем доброе утро. Хочу показать свою капусту. Простояла она у меня уже сутки. Здесь я просто накрывала, ну, таким грузом, да, тарелкой. Появился вот сок. А здесь я не накрывала, но тут тоже есть сок. В общем, я сейчас хочу наполнить вот эту вот пластмассовую дозу. Ну, немножечко сюда тоже добавлю. В общем, мне нужно просто распределить вот эту капусту. Ну и все, я буду отправлять это все в холодильник. Ну что, капусту я уже приготовила, распределила ее. Очень много сока. Взяла вот такой вот кувшинчик, тоже наполнила. Это как бы остатки, да? Ну, на дверцах у меня есть просто место. Ну и все, отправляю в холодильник. Ну вот так вот я поставила ящик с капустой. И вот здесь на полочке. Завтра нужно будет открыть эту капусту и немного слить сок, потому что, ну, рассол, потому что капуста будет играть, и, ну, нужно будет просто немножко освободить место, немножко ее утоптать. Ну, вот у меня еще на дверцах капуста, тоже точно так же. Всем вам хорошего дня, хорошего настроения, и всем пока!